Застыли в янтаре оттенки лета, лучи надежды, ультрафиолета, крыло букашки, шум морской волны, искра любви и тайна тишины. Янтарь, сегодня у нас именно он правит бал. Когда морозы за окном, холода в январе, нам не хватает тепла, и мы для вас приготовили янтарные бусы, солнечные шары. И они стали специальным предложением только сегодняшнего дня. Представлены они у нас в разнообразных расцветках, а расскажет все подробно эксперт телеканала Shopping Show, эксперт по оценке ограненных натуральных природных камней, гемолог Надежда Беляева. Благодарю тебя, Олечка, с огромной любовью к янтарю. Расскажу сегодня все подробности, тем более в эфире у нас бусы, роскошное колье из натурального янтаря. И это сразу 5 ярких солнечных оттенков в эксклюзивном дизайне. Посмотрите, они насколько роскошны. Теплый свет камней делает неотразимой вас. При этом здесь у нас стиль бохо-шик, этника, с идеально ровно ограненными янтарными бусинами ручной работы. При этом выглядит эффективно, стильно, необычно за счет вот как раз-таки крупности своей, и они очень легкие, потому что янтарь — это легкий камень. Вы сногсшибательно, вы элегантны. Я сейчас сразу измерю размер. Посмотри, боже, это более... Центральная. Да, центральная бусина более 3, да, 3 сантиметра, 28 миллиметров. Рассмотрите, какие инклюзы. То есть это такая любовь с первого взгляда. Невероятная коллекция сразу в 5 оттенках. У нас есть 5 цветов оттенков. Давайте выбирать прямо сейчас. Отмечу, что у нас сегодня такое богатство разнообразий, и это специальное предложение только сегодняшнего дня. Итак, у нас есть цвет темный коньячный. Вот он на экране вашем. Первый цвет. Да. Далее у нас есть микс расцветок. Мне здесь нравится, что здесь и шоколадный густой, яркая карамель, и густой мед белый. Ну и давайте посмотрим еще на 2 варианта. У нас также представлен коньячный цвет. И далее у нас идет самый светлый, это медовый. Такой вот прям роскошный. Он прямо даже лимонный. Лимонный оттенок. А еще есть вишневый, и вишня у нас тоже невероятная, это спелая вишня. Все они на просвет, каждая крупная бусина, они играют внутренним светом. При этом у нас сразу 3 размера и единая стоимость. Единая цена на любой размер, на любой цвет. Длины у нас также представлены в разнообразии. Посмотрите, как же удачно сегодня. У нас представлены бусы солнечные шары, длина 45 сантиметров. Это самый короткий вариант. Есть у нас длина 50 сантиметров, кстати, она считается одной из самых популярных. И далее у нас есть самый длинный вариант, это 55 сантиметров длина. Бусы называются «Солнечные шары», это специальное предложение только сегодняшнего дня. И цена единая – 999 рублей. Скидка 58% действует только сегодня. Заказывайте сразу несколько бус и заказывайте, конечно, браслеты. Браслеты у нас есть точно так же во всех 5 оттенках. Спешите, дозвонитесь. Ну и, конечно, самое главное, что это янтарь. Слушай, я вообще читала такую легенду, что есть такая морская царевна, и именно благодаря ей появился янтарь, и сегодня мы можем представить бусы из-за загадочного, необычного янтаря. Да, множество легенд, ведь действительно это такой невероятный камень, именно он полностью, знаешь, природой, сотворен природой, при этом здесь у нас творение моря, творение реликтовых смолы деревьев и творение, конечно, времени. Более 40 миллионов лет некоторым экземплярам янтаря. То есть это, конечно же, такие невероятные смола деревни, хвойных деревьев, окаменевшие. То есть ему 50, да, миллионов лет. На территории современной Калининградской области его добывают в разных, получается, источниках. Но, конечно, Калининградская область, она славится, да, сам просто невероятным богатством янтаря. При этом у нас сегодня очень крупные бусы. Да. Итак, светлый коньяк, микс, темный коньяк, лимонный и вишневый цвет. Вот он. Дозвоните сейчас и забирайте из прямого эфира. Все 3 длины 45, 50 и 55 сантиметров по одной единой цене. 999 рублей. Обязательно добавьте в свою корзину еще и браслет. А при покупке на 4990 у вас будет бесплатная доставка. Присоединяйтесь. Слушай, мне так нравится, что у нас именно янтарные бусы. У меня, например, бабушка носила
увидела янтарные бусы у нее. Как она говорила, у меня зоб, мне нужно носить янтарь. И всем давно известно, что янтарь еще и обладает лечебными свойствами. Это действительно.